У нашій студії відбулася зміна складу. Замість співведучої з'явилася гостя. Юлія Красовська повернеться згодом, а поруч зі мною інша Юлія – Окулова. Це єдина жінка, яка взяла участь у національних змаганнях з кросфіту «Ігри героїв». Пройшла цей етап в Дніпрі, а щойно привезла із столиці враження і нагороди. Нагадаю, що «Ігри героїв» – це всеукраїнський проєкт за участі поранених атовців та людей з інвалідністю. Отже, Юлія з Дніпра – справжня героїня. Добрий вечір. Здравствуйте. В канун праздника ви привезли, собственно говоря, і награди із стольного града Києва. Розкажіть, як відбувалося це все? Як відбувалося? Ну, нас от продюсер позвав в Київ на «Ігри героїв». Мы согласились, наверное, скажем, даже не раздумывая. У нас поехало 4 человека, то есть, ну, проект масштабный, очень понравилось. Вот. Ехала, конечно, я не за победой, то есть ехала, наверное, потому что, думаю, сражаться с 40 мужчинами, орлами такими, да, то есть просто, ну, не было смысла, скажем, да, то есть и невозможно. Я хрупкая девушка, да, они сильные все-таки мужчины, какие, даже если они с ранениями, то есть травмами, но они мужчины. Ну и когда вот, скажем так, у нас было 16 колясочников, категория коляск, вот, и мы, в общем, бросали мидбол, то есть ребята канаты и подтягивание, и вот тянули еще канат. Канат с мешком 50-килограммовым. И вот получилось так, что, конечно, думаю, мой напарник, наверное, не обрадовался, когда увидел, что я буду лично его напарницей, потому что все-таки, ну, может быть, он хотел идти вперед, то есть, а тут я, да, девушка, женщина, что я могу сделать, да, то есть, ну и ожидания, конечно, наверное, сами себя вот превзошли, когда мы поняли, что мы по времени, мы идем на третьем месте, то есть это было нечто, такой адреналин, драйв, то есть, конечно, Силы в конце уже покидали, но в то же время, скажем так, да, вот когда уже мы поняли, что мы все-таки мы впереди, то есть мы на призовом месте, скажем так, да, то есть это придало все-таки сил, то есть неожиданно море но подарков, приятно. Море впечатлений, конечно, очень приятно. Ваш напарник был из Днепра? Нет, мой напарник был из Львова. Наши телезрители, к сожалению, этого не видят, но я-то вижу. Вы сейчас в нашей студии в коляске. Итак, для того, что предшествовала этому какая-то травма, расскажите о том, да, как это произошло. Это произошло и когда. 13 лет назад, в мае месяце, мы ехали в машине, то есть и произошла авария, скажем так, да, за рулем сидел мой отчим. Вот, к сожалению, погиб. И ребенок мой погиб тоже. Ну вот, и я получилась так, что я в коляске, то есть долго шла, скажем так, к выздоровлению, то есть, ну, как всегда, как бывает, да, вот, очнулась в больнице, думаю, ну, вот, немножечко полежу, да, то есть, и встану и пойду. Ну, вот, оказалось, скажем так, как-то сказали, что ходить не буду, то есть, наверное, как-то люди даже говорили некоторые, что это чудо, что я вообще выжила, в принципе, и врачи не ожидали, что я буду, скажем так, не то, что там сидеть, просто даже жить. Ну, а я, наверное, поборола себя, поборола. Трудно было, сложно. Вот. Даже, наверное, в некоторых таких вот моментах невозможно даже. Ну вот, близкие, родные были рядом. Но вы не опустили руки? Нет, а это значит, что есть жизнь после травмы? Есть, конечно, да. Я родила сына после травмы. Вот. Я успела побывать еще раз замужем после травмы. То есть, ну, у меня жизнь продолжается. Я не могу сказать, допустим, что я живу там хуже, чем другие. Я, наверное, в некотором смысле живу даже насыщеннее. У меня жизнь ярче, насыщеннее, чем, допустим, у людей здоровых. Знаете, вот в Европе как-то принято не говорить, что инвалиды, а люди просто с ограниченными возможностями. Вот насколько город Днепр, мы все-таки претендуем на название европейского города, да, насколько он приспособлен для людей вот таких, как вы? Знаете, он, наверное, все-таки не очень приспособлен, потому что нам еще нужно идти, расти. То есть, к тому, во-первых, у людей менталитет немножечко, да, все-таки, ну, не привыкли, допустим, видеть вот так вот, сталкиваться с нами. Но и в то же время стараются. Иногда бывает видно, стараются вот люди, даже архитектура какая-то вот потихонечку, да, вот опять же транспорт, не весь, но
есть такие, которые вот удобства более-менее все-таки приспосабливаются потихонечку. Ну, а мы уже, конечно, ну, хочется, чтобы, конечно, все-таки было намного больше. То есть это и кафе, это и аптеки, это, опять же, какие-то большие торговые центры, допустим, чтобы все это было, чтобы мы могли беспрепятственно выходить, то есть и жить, иметь право жить, как все, наравне со всеми. Вот ваш ребенок уже ходит, насколько я понимаю, в школу? Или да, еще? Ему 11 да? лет. И получается ли попасть на родительское собрание вам? Насчет этого нет, конечно. Это очень, во-первых, беспрепятственно. Вернее, у нас препятствия кругом. Во-первых, школа находится в районе, то есть, который, в принципе, там нет почти дорог. То есть, дороги, конечно... 18 это... век. Да, да, да. Там, я не знаю, на чем там можно ездить. Вот. В школе есть пандус, я могу попасть на первый этаж. То есть, но не более того. Третий... То есть второй, третий уже, то есть там нету ни лифтов, ничего. Поэтому, конечно, иногда бы хотелось, да, попасть к ребенку там на утренник, на собрание. Допустим, ребенок у меня ходит на карате, опять же, вот в школе. Я не могу попасть ни на соревнования никуда, потому что, опять же, доступность. Ну хорошо, давайте тогда, коль вы заговорили о карате, о соревнованиях, вернемся к тем соревнованиям, на котором да. вам удалось попасть. Итак, как вы попали в этот проект? Как мы попали? Ну вот, мы с Натальей Злыгостевой, то есть это вот у нас на организатор ГО разные Ризни и Ривни, она, получается, вот предложила поехать в Харьков на Игры Героев. Говорит, вот есть такой проект, ребята, а то вот она ребят поддерживает очень тоже. Я с удовольствием говорю, я поеду, тем более, то есть, скажем, для меня это новое впечатление, новые какие-то вот, да, новое видение спорта, скажем так, да. Ну вот мы поехали. Увидели, конечно, для меня это, во-первых, был шок. То есть ребята, правда, вот как говорят, да, здоровые они такое не всегда могут сделать, допустим, как сделали эти ребята. Это у меня горели глаза, то есть, конечно, я вот, я не знаю, впечатления свои на тот момент, конечно, я была поражена, впечатлена, то есть, конечно, и когда уже потом мы приехали в Днепр, Наталья, продюсер, предложил, говорит, давайте сделаем в Днепре. То есть как раз на тот момент такие соревнования уже произошли в Киеве, потом в Харькове. И вот Днепр у нас был третьим городом, в котором были такие соревнования. Мы согласились. То есть я на тот момент просто, Наташа говорит, так как ты общаешься все-таки, да, вот именно в кругу людей с инвалидностью, говорит, у тебя есть много ребят, позови кого-нибудь, таких, которых ты знаешь, которых ты, ну, уверена, что они будут участвовать, смогут. Я нашла несколько человек, а потом как раз поехала на море. И мне звонит Наташа, говорит, так и так. Мы тут подумали и решили, говорит, что все-таки нам нужны девочки в проекте. То есть решили, скажем так, какую-то поменять такую вот именно программу и сделать именно, внести какие-то такие вот видоизменения. Да? Сделать не только именно ребят, а сделать... Люди с инвалидностью, то есть, ну, и девочки, это вообще что-то такое, да, вот, что-то новое будет. Ну, я говорю, я не знаю девочек. И тут такая фраза прозвучала, говорит, мы тебе уже напарницу нашли, то есть, даже меня не спрашивая, в принципе. Но она знала, наверное, что я соглашусь. То есть, для меня, я в прошлом, как именно вот до травмы, я занималась легкой атлетикой, вот, ну, чисто для себя, занималась танцами, потом как-то, ну, как спорт, со спортом я дружила, то есть для меня это знакомо. Ну, вы когда соревновались, собственно говоря, основная масса там мужчины, ну, приходится все делать наравне или какие-то поблажки все-таки существуют? Поблажка, наверное, была в единственном, что вот мидбол, когда мы бросали мяч, да, то есть у ребят 6 килограмм, для меня был 3. Так же, допустим, как и здесь в Днепре. Все остальное, то есть, делалось наравне с мужчинами, поэтому, наверное, вот еще и это как-то так вот подзадаривало, да, вот меня подбадривало меня, потому что, то есть, что я могу, допустим, да, я могу доказать что-то себе, прыгнуть выше себя, выше головы, допустим, да, и показать, скажем, как приятно, что я могу быть одновременно, да, и слабой женщиной, и в то же время сильной, потому что я... То есть мы обошли многих ребят, да, скажем, поэтому... Слабая женщина и сильный человек.
Здорово. На собственном примере, ну, вот дайте определенный толчок, возможно, тем, кто нас смотрит, с очень схожими жизненными проблемами, какие были у вас. На собственном примере, наверное, во-первых, нельзя ни в коем случае опускать руки. Очень маловажно, когда все-таки у тебя есть рядышком поддержка, да, это друзья, это близкие, то есть это все, я не знаю, ну, все, кто тебя поддерживает, да, то есть, ну, и, во-первых, ни в коем случае нельзя ныть, то есть, что все плохо, жизнь прекрасна, жизнь продолжается, допустим, я считаю, что, да, как бы ни было тяжело, но жизнь продолжается, я не знаю, мне кажется, нужно любить и принимать ее со всеми ее, скажем так, да, плохими, хорошими моментами, то есть, поэтому нужно жить, нужно идти вперед, нужно стремиться к чему-то, любить себя, и, наверное, окружающие, скажем, будут, как ты себя преподнесешь, так тебя будут и воспринимать. Этот проект лично для вас будет иметь какое-то продолжение? Лично для меня, но он, наверное, уже, скажем так, да, дал какой-то мне толчок вот такого, да, что я хочу, и, наверное, вот теперь сейчас буду искать какие-то там, допустим, да, вот моменты, нюансы там, то есть спортзалы, допустим, для того, чтобы все-таки вот идти вперед, продолжать заниматься, да, и вот лично для ребят, а то, не знаю, как, может быть, даже прозвучала такая фраза, что все-таки люди с инвалидностью тоже могут, одни вот несколько человек, самых лучших, хотят отправить в Брюссель. То есть, поэтому это, наверное, еще один такой вот какой-то стимул, да, может быть. Даже если меня туда не возьмут, то есть, ну, это, наверное, скажем, такой еще такой, допустим, наверное, для меня толчок сделать загранпаспорт себе. А вдруг? Я думаю, что у вас обязательно появится загранпаспорт. Если даже вас не возьмут, вы будете болеть за коллег. Конечно, если о коллегах, очень. Вы сказали, четверо из Днепра, да, были в столице. Да, 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 да. Назовите их имена и какие у них успехи в этом проекте. Это, во-первых, Вадим Гельснеров. Он занял первое место. Вот. Я очень горжусь. Это Сергей Лялин. Это Сергей Новиков. То есть вот Сергей, вот два Сергея, они были в разных парах, но вот какая, кто-то из них, вот знаю, шестое, седьмое место заняли. То есть, ну... А вы третья? Да. То есть наша пара, да. Вот Вадим занял, получается, с напарником первое место среди колясочников, а мы заняли третье. Прекрасный результат у граждан України, жителей Дніпра, золото і бронза. Я дякую, що ви знайшли змогу і завітали до нашої студії. Побажання. Ну, наверное, успіхів, стремлення к победам, тобто здоров'я, щастя і, наверное, як всі ми зараз, мирного неба, щоб все закінчилось плохое. Дякую. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас в гостях була Юлія Акулова. Це єдина жінка, яка взяла участь у національних змаганнях з кросфіту «Ігри героїв» і стала бронзовою призеркою.